Дорогие земляки, дорогие товарищи, дорогие друзья, 2 месяца прошло после выборов 4 декабря, а люди все выходят на улицы и на площади, потому что требуют правды и справедливости. Перед своими земляками говорю, я не отступлю, я пойду до конца, я буду добиваться правды и справедливости, чего бы это ни стоило. Я знаю, что сегодня у многих уже опускаются руки. Я знаю, что многие уже уехали из нашей России, а кто-то собирается уезжать. Но на кого Россию оставим? На жуликов и воров? Нет! Это наша родина! Это наша страна! И мы никому не дадим красть наши голоса, красть нашу свободу. Мы никому не дадим украсть у нас нашу мечту о свободной, демократической, справедливой России. Мы обязательно будем этого добиваться.